Как в детективе говорят местные жители, сначала компания незнакомцев измеряла рулеткой их двор. Затем на деревьях появились вот эти красные метки. Жильцы домов по улице Тургенева терялись в догадках. Действительность повергла людей в шок. Они выяснили, скоро по их придомовой территории пойдет поток автотранспорта. Будет автодорога от улицы Тургенева вот туда, на этот съезд над Добролюбово, только широкополосная в две стороны. Да. То есть проезжий, она будет сквозная, и полностью весь трафик машин, пожалуйста, ездите сколько угодно. Цель – обеспечить прямой проезд к строящимся неподалеку жилому комплексу «Рубин» для удобства будущих новоселов. Местные жители уверяют, это просто невозможно, ведь расстояние между двумя пятиэтажками всего 30 метров. По их мнению, подобное строительство противоречит всем нормам. Значит, из подъезда будут выходить старики, дети сразу под машину. А потом, смотрите, у нас здесь дорога, пыль, грязь, здесь будет проездная дорога, и что будет? Там, значит, жильцы будут дышать свежим воздухом, а мы выхлопным газом. Собравшиеся недоумевают, почему их интересы не берутся в расчет. По словам старожилов, территория между домами в равных долях принадлежала пятиэтажкам по Тургенева-29 и Тургенева-31. А сейчас в публичной кадастровой карте появился вот этот якобы муниципальный участок. Между нашими участками откуда-то возникла полоса, которая не принадлежит ни нашему дому, ни соседнему. И, ну, как опять же потом начали выяснять, что вот как раз эта полоса и отдана под строительство вот этой автодороги. Жильцы дома провели свое собственное расследование и выяснили, что строительство дороги – вопрос практически решенный. Проект якобы уже одобрили представители районных и городских властей. Самое обидное, говорят люди, что представители застройщика уже вовсю рекламируют свои дома с удобным прямым подъездом к ним. Они все свалили на городской, на департамент градостроительства и архитектуры. Сегодня я как раз согласовал этот вопрос, и нам прямо указали, что это отдел благоустройства нашего Мотовилихинского района, нашей Мотовилихинской администрации. И здесь же замешан отдел ЖКХ. Мы направили запрос в пресс-службу городской администрации с просьбой прокомментировать ситуацию. Между тем, люди уже собираются продавать здесь квартиры, потому что, когда прямо под окнами построят дорогу, жилье существенно упадет в цене. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.